шкребется. Мы уже идем на автобус. Хотя бы возьмешь. Да хоть что-нибудь бы взял. Не, вы наглые. Лен, там вид. Я две носилки потаскала. А ты ничего не таскала. Песок горячий. Накупались, бегом на обед. Уже все кушать хотят. Купили кукурузу, кстати, очень вкусная. Хотя выглядит она старой, но она очень вкусная. И взяли пару рыбешек. Да не ори! И взяли пару рыбешек с пивком. Попьем уже в номере сегодня. Будем релаксировать. Нам, кстати, на обед будут подавать вино для старших, а сок для маленьких детей. Ну и вообще просто для детей. Мне интересно, какое оно будет на вкус. Вас всех теперь отбуксировать нужно. Создают затор на дорогу. Вас долго ждать? Я смогу пендаля дать. Подойдет? Вот так. Тебе как? Вот так могу. А могу вот так. Нет? Да, все сразу проморозились. А я тут уже... А я же не могу понять, кому ты обращаешься. Я всем. Всем. Да? Тогда вот так. На ничего посоленная полосочка. Да? На пофигу. Вода соленая, кстати, ужас просто, по сравнению с Азовским морем. У меня прям даже лицо все полушилось. Тут просто. Точечка. А точечка, я какнула. Обычно говорят, песок сыпется, а с меня соль сыпется. Мы уже на остановке. Ждем автобуса. Мы пришли пораньше, потому что кто-то боялся, что мы опоздаем. Я не буду показывать пальцы. Слышите? Все, мы на обед идем. Будем вино бухать. Жратушки, жратушки, жратушки. Господи, тут лестница реально такая прям... Жестокая. Да. Опасная. Ой, господи. Я подумала, ступенька. А оказалось, нет ступенька. Грибной супчик. Второе, гречка и омлет, салатик, вино, куча сок. Кто это все есть будет? Кто эти люди? Музей. Музей такой, да. Вот тут первая дверь спортзал. А бассейн вот он. Потому что я заходила и сразу голову повернула. А, вот написано. А туда можно заходить? Я не знаю, закрыто везде все. Ну там можно открыть. Да ключ торчит. Пошли посмотрим. О, хлорочкой запахло. Классно, да? Вау! Ну так. А там отдыхать можно, наверное. Да, тут этот, диванчик. Да вообще. А вот там... Ну там закрыто, наверное. А там точно так же. Ключ торчит. Мы сейчас все посмотрим. Сейчас все найдем. Открыт? Там люди. Вау! Новое оборудование. Сделаешь потом, да? Класс! Да хочешь, вон, садись, я тебя запечатлю и потом сделаю фотку. Мы все такие, Ян. Отдых. Обалдеть! Так, мы идем гулять. Мы, в общем, некоторые поспали после обедика, кроме меня. Тут некоторым кофе захотелось. Душа просит празднику. На улице жара, как хорошо в номере с кондером. А на улице... Я таю. Я масло. Мы сегодня все сгорели. Я уже
по какому, по второму или по третьему кругу. Куча клумб с цветочками. Розочки бедные уже заросшие. Нашли спуск к морю. На вчера. На второй день. Да, мы вчера ночью искали его. При том, что было... не дошли всего лишь 100 метров. Ну, пошли в обратную сторону. Было темно просто, и мы не знали, куда идти. Мусора больше, да. Зато как красиво. Ты слышишь? Так дерьмом воняет. Вода по скалам течет. Или это не вода? Что это за дерьмище? А тут воняет, воняет. Это что-то адское.